Друзья, всем доброго дня! Вы на канале Ринет, и мы начинаем нашу доту. Поехали, поезд по всем ролям. Я хочу сыграть как раз либо за саппорта, либо за тройку, поэтому смысла тратить жетончики нету. Пусть будут. Зато очень быстро, сразу же прямо-таки находится игра. Что, безусловно, приятно. Бан-бан-бан. За кого мы играем? Мы играем на... Играем за аппарата. И можно скай в раз. Да, он не играл за Sky, он жесткий. Да. Пусть это будет аппарат. Возьмем его маны, шапку, статок, и прекрасно. Вот. Какой-то у нас войд в харду собирается, что меня очень печалит. Ну, хотя бы ВК. Хотя бы ВК. Так, нет, я ничего собираю на него. Блин, Кларк у нас керен тоже такое себе. Как она интересно будет убивать Джекернаута. Ох! И брат Ром Змит. Классно! Это ГГ, друзья. Прям, ну, первых же минут ГГ. Ну что ж, поехали как-то тащить это. Варды все накупили себе. Купили, слава богу. Да. Нет, он в керри. Ну, сказал, даже ВК больше керри. Ладно, как-нибудь допротянем. Yes.
Давай пинать тут же. Будет тащить меня? Нет, будет пытаться вытащить ВК. Вообще никого не будет пытаться вытащить, короче. Ну и слава богу. Верники наши. Лучше, наверное, не надо. Лави сразу его. Этот пошел через ауру. Ну, который теперь не аура. Ну, короче, через спасибо. Ну, хотя бы забрали в ответку Джаггера. Ну, тоже. Этот фар потеряет. Ну и продолжаем чуть-чуть тоже набивать. Карасим. Здесь кидаем стан. Ах! Позицию я выбрал отвратительную. Ну вот, ВК через реген. Вот чем это все заканчивается. Возьмем сапог, тем более против Кирнаута. Это уже с сапогом. Ладно, потихоньку да нахарасим. Его нахарачил. Не, а бот уже такие вроде. Фармить эти походу сделали отвод. Не надо с ними драться. Джекер третьего крутил вот этого второго. Ну крипов бить или что? Бам. Плюх Штирнауту. Не добьем. Не добьем, но фармить он не будет. Тоже неплохо. Тоже вполне себе вариант. Ну, а я еще и получу свою денежку за разбитый лад. Покарасим гриму.
у нас выходит наш супер керри мидер. Ну встань ты ему дай. Ну, теперь у меня нет маны, так что какое-то время драться мы не сможем. Ответ первый никто не кормит. Формят лес. Будем мешаться. То, что доктор прописал. Убьем немножечко. Дарим гримстроука. Пойдем сюда, возьмем еще с собой две банки маны и не ждем. Эх, достала на меня все же. Ну, тут было логично. Я не ожидал другого исхода, тут мы явно умирали. Не вовремя пришла бабка. Совсем, совсем не вовремя. И зато у нас есть мана. Я не догоню его и не убьем. Не побежим. Лучше отойдем. Собираем тоже золото с крипов. Совсем не без денег. А нам деньги тоже нужны. Так, ну мне нужно бы, наверное, по-хорошему получить шестой. Ой, что, почему никто не идет туда? Ну ладно, я пойду умру тогда один тут. Если у нас такой, такие расклады, то что поделать? Он лучше бы из хп остался просто. Плюс один, любой пришел, убили бы. Окей.
Окей. Ну, отдали вышку. Просто так. Нужно стемпар, как керри на первой позиции. Без всего. Ой, это будет тяжело. Прям очень тяжело. Опа. И минус, пацан. Бабка тут как тут. Блин, пару тоже убили. Да, вышло все в результате так себе. Отдали втроем за них. За поставку двух саппортов. Киноптик там так и не вернулся, ну ладно. Ой-ой-ой, ну здесь все. Здесь просто все, а у нас даже нормально мидера нету. Вообще никого нету. Кафарми. И Кларка вообще какими-то своими делами занимает игру, не знаю чем. Ну это ГГ. Это мы и не выиграем, это просто никак. Просто нечем это выигрывать. Так. Ну, просто нечего там Кларка. Нище. Ну, выкатывай что-то вроде. Что-то как-то более-менее. Ну, тоже все так. Идемте отдыхаем. Крипов. Ну, то есть, если так отдавать Фуриону Тевра, то это очень быстро закончится. Ну, вот снаряд летит. Что должен здесь сделать, скажи мне. Да нам уже конец. Ну, только если там лютый ВД какой-то вытащит, потому что ВД это из тех саппортов, которые прям могут тащить игру, прям пытаться играть. Еще и пролагало не вовремя. Ну вот я и говорю, какие шансы вообще, на что? Ну, он Джаггер, конечно, все умрет. Толку с этого никакого.
Отвратительная игра. Просто отвратительная. Мне вообще не нравится это с самого начала. Все, что происходит. Залетайте все. Вам и так аппарат инициирует драку. Это должен делать точно не аппарат. Ну, хоть так. Убивали. Ладно, сейчас хотя бы форса будет. С форсой будет всяко приятнее. Можно будет убегать от всяких таких драк. Благословляю тебя. Просто иди отсюда. Поджиману. Иди отсюда. Ну, мы продолжим откручивать. Больше этим никто почему-то не хочет заниматься. Уходим подальше отсюда. Ну, до свидания. Не хватило маны, просто не хватило маны. Здесь да. Тут опять происходит, они ходят просто впятером убивают нас. Ну, стемпларк ходит в фарме. Что он там будет фермить, я не знаю, что это даст.
Все пошли. Ну и все, все, мы снова умерли просто все. О, кто пришел? Пришел просто чисто фраг отдать. Друзья, я хочу, чтобы это закончилось как можно быстрее. Реально, это просто настолько отвратительно. Это ГГ, это ГГ. Надо было Скайп и просто самому делать из себя мидера на четвертой позиции. Вот это все, это беда. Не знаю, как это выигрывать вообще. Вот опять же, наверное, в Керри переделывался. Вот такого. Забрал. Маны нет, ни на что. Уходим. Я не знаю, куда она там пошла. Ну, забрала. О, молодец. Это вот. Пойдемте попьем маны. На фонтане. Можно будет сейчас как раз на них попробовать закинуть. Класс. Умрет он уже в любом случае, да. Они на Рошану, чтоб пошли под смоками. Че вообще куда? Блин, у тебя байтят вообще просто как, я не знаю кого. И это убили. Этот секрет никогда не раскроют. Вышка у нас. Это очень печально. Очень-очень печально. Можно пойти еще на фонтан отпиться сразу. Но пока ничего не происходит. А фульману может потом пригодиться.
Надо чуть отпушить. Топ. От трунто. Мне кажется, парни там что-то свет отхватят. Ну хорошо, вот-то лети. Вообще, Вич-доктор плюс аппарат очень хорошо комбятся за счет, да, ульты и маледикта. Да. Ну вот за счет креста я смотрю, их это было. Это какие-то драки, никому не нужны. Ну ладно, вроде тут варка там разносит, но это значит, что нужно очень как-то быстро все это выигрывать. Ну да, потому что да. Джакет. Минус джакер. В принципе, все получилось в результате. Ну что, да и погнали. Аганим. Аганим, Муншард, Драгонленс. Разборка будет у нас все. Минус поджуха. Опять здесь идет армия трунтов. И еще одна парня. Ну ладно, ему нужнее.
типа формятся потихонечку. Сами там как-нибудь. Ой, там намечается хорошая драка. Опа, и минус. Слушайте, ну игра начинает, да, как-то каким-то образом приобретать вот другие оттенки, хотя это чисто, я не понимаю, точно. Блин, опять не берут. Мой фраг! Ладно, пропустим таким образом немножко линию. Здесь, наверное, сейчас ловить ничего. Ну и все, я вылез. Это было быстро. Максимально быстро. Процентов сопротивления скорости это вортекс. Нет, чем тач. Собираем гони. Другого выбора, наверное, быть и не может. Ой, у меня же был стик, надо было прожать. Ладно, мой косяк. 800 золота за меня уже дали. Не сила, не сила. Ну, сейчас будет оганим. Пока не выживет явно, тут без шансов для него. Оба! Отлично. Просто прекрасно. Как мне это нравится. Так, теперь... Оп, оп. Ай, да ладно, совсем чуть-чуть промахнулся.
Прям совсем чуть-чуть, кстати. Мы продолжаем дальше. Ну, тут же выкупился, но здесь у него уже не должно хватить времени что-либо сделать. И вообще, и сил-то у него тоже не просто хватит. Сразу его сюда. Ну и идем кушать дальше. Ой, а я еще все еще и с артефактом первого уровня. Ну да ладно. Там мытнут на меня на самом деле так особо и нету. Вот так можно взять. У меня первый выстрел тогда будет вообще с огромнейшей дистанции. Потом, правда, придется все равно подходить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Отходим, отходим, отходим. Ой-о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 й! Как я выжил! Как я выжил! Ладно, главное, что я выжил. И на всех еще и можете найти себе. Ух ты. Ух ты. Все не так просто происходит. И это Rampage Джаггернауту. И сколько он сейчас? 1500. Плюс коса 2500, плюс коса 3500, плюс 800 4300, плюс 1400. Он сейчас просто выформил себе бабочку, скади, что угодно. Просто одним файтом. 5,5 косарей подарили Джаггернаут. Классно. Почему нельзя было... Просто пойти спушить топ. Ну вот как я и говорил, что она будет делать против Джаггера? Я пока не понимаю.
Тут, конечно, пол вышки осталось. Еще надо трон сам снести. Ну, то есть это не быстро, нам нечем особо пушить. Никто не вносит много слухи вот как надо для пуша. Не, ну у нас есть рука, ладно. Рука у нас есть для пуша. Ой, как все тяжело. Надо бы, наверное, еще собрать треволабы по-хорошему. Они там здесь не помешают. Вот таймлесс релик. Вот таймлесс релик не нужен. Дай. Да, это прям сейчас хорошо зайдет. Еще и длительность отрицательных эффектов, то есть ты мои в том числе. Еще очень хороший артефакт. Деликт. Пуджик. Хорошо, штука, но есть деревья, как сказал. Это больше катывает. Я могу сделать вот так, я больше ничего не могу. Что-то еще подлагивает на самом деле. Сейчас соберемся муншардец и будем делать тых-тых-тых. Я не знаю, как еще выигрывать эту игру. Не факт, что так-то выиграли. Мама начинает на самом деле тратиться очень быстро. Муншард, наверное, нужно какой-нибудь бластову собрать вроде этого. Просто чтобы было побольше ресурсов.
Ну что, комплект сможет себе забрать Аякиста? Ай-яй-яй. Ну, ту я, безусловно, зря вначале отдал, так что добить пачку трипов. Была ошибка, но ничего страшного, вроде. Вроде обошлось. Сейчас не уже идет игра. Друзья, потом. Ну, опять Джаггер. Там пришел бить Рошана. Файбэка у меня нету. Все так себе. Нет. Все. Рошан так на них. Еще и шарцы меня подберут, да, получается? Возможно, даже аганим. Очень плохо. КБ у тебя нету, а Джаггер бабочку собрал, да? Бьем, 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 бьем. Дальше бьем, 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 бьем. Бабку, 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 бабку. Теперь этого. Ну да ладно, ну рампагу зажал, ну просто. Вот, вот, слушайте, ну оправдалось. Оправдался билд. Такой вот дурацкий. Нас убьют. Люблю сокращать чужие калории. Ну что, надо байбекаться, наверное. Да, и что он там крип еще строить. Пусть. Теперь мне нужен Айон. Айон всему глава.
Ну понятно, что это все за аванпост. Ну что, мы снесли им еще одну вышку. Так, потихонечку у нас действительно получится все. Надо было совсем мимо. А вот тут Джекернаут, а вот тут Джекернаут. Вот это закончится и начнет получать. Мы получаем еще левел. Пока. Лети, снаряд, лети. Ну что, выиграете уже эту игру или что? Пожалуйста. Да, да, друзья. Это победа. Ура. Долгожданно, я бы причем сказал, победа. Такая через пот, кровь, слезы и черный загрузочный экран, который, надеюсь, как-то сменит вообще свои декорации. Но это все не принципиально. Смотрит просто в игру. Ну, я же что-то там получил. Ну, все молодцы. Не буду лайкать, потому что темпларка на первую позицию — это прям, ну, какая-то дикая глупость, просто причем непонятная, по мне, необоснованная. Я не знаю, ну, просто вот для чего это делать. Есть куча нормальных керри, хочет играть с темпларком, возьмите мид. Хоть в мид пошел бара, который тоже не мид, но бара более-менее молодец. Как бы во всей этой ситуации бара на самом деле очень неплохо все ну, разрулил. Скажем, да? Вручал брату, явно вручал. Вообще дота — это боль. Не знаю, как мы выиграли эту игру, но лучший джаггер ни о чем. Особенно что как джаггер схватил рампагу, все. То есть вот после того, как джаггер получил рампейдж, эта игра должна была заканчиваться прям сразу же, но на удивление. Фурион тоже что-то все пушил, перестал пушить. Мы 10 раз там на самом деле спушили все казармы, при том, как мы в пятером ходили к ним. Но мы победили, это главное, друзья. И вас я благодарю за поддержку, за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч.